Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с представителем оппозиции и обещал, выслушав все стороны конфликта, принять объективное решение. Об этом после встречи с Саркисяном заявил один из лидеров оппозиционного движения «За спасение Родины», экс-глава службы нацбезопасности Армении Артур Ванитян. Ранее же состоялись встречи Армена Саркисяна с руководителем парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунс, лидером «Просвещенной Армении» Эдмоном Арукяном и секретарем «Процветающей Армении» Арманом Абувяном, в ходе которых обсуждалась политическая ситуация в стране. По словам Ванитяна, президент был солидарен с оппозицией в вопросе того, что государственные интересы превыше всего. Есть консенсус относительно того, что ситуация крайне сложная и налицо угроза потери государственности, а для выхода из сложившегося положения нужны конкретные оперативные решения, сказал Ванитян. Экс-глава СМБ Армении также подчеркнул, что оппозиционеры предложили президенту вернуть в правительство указ премьера уволить начальника генштаба ВС, а если премьер вновь выступит с подобным ходатайством, отправить документ в Конституционный суд. Вместе с тем Ванитян вновь подчеркнул, что заявление генштаба не является попыткой военного переворота.